Маш, ты не спишь? Только проснулась. О, ракеты опять пускают. Деньги тратят. Лучше бы пенсию увеличили или стипендию. Он. Знаешь, какая стипендия у тебя будет? 3000 в месяц. Женьке надо позвонить. Руководство пуском принял. Первый. Заслонки открыты, на брусе все включено, к старту готово. Евгения Владимировна, вам мама звонит. Будете разговаривать? Да, давайте. Пятый есть, подвижная колонна отложена. Жень, привет. Ну что, ты возвращаешься? Алло, Жень. Нет, мамуль, у меня тут еще одна командировочка нарисовалась. Какая командировка? А куда? Чего говоришь? А, в Иркутск. А зачем в Иркутск? На 2 недельки. Ну, я уже в самолете, просто сейчас взлетаю. Опять с космонавтами? Нет. С водолазами. Понятно. Ой, слушай, тут прокурор опять приходил. Цветы принес. Только уже мне, да. Так и сказал, что мне. Спрашивал, где ты, я ничего не сказала. Есть матч на 30-й. Импозантный такой мужчина, так он мне нравится. Мама, угу. В Иркутск собирается. Мамуль, Барс с тобой? Да, со мной. Привет, Миша. Волнуешься? Да, немного. Я люблю тебя, пока. Ты, главное, не переживай. Ты не первая женщина, которая летит в Иркутск. Угу. Что вы мне не договариваете? Моё сердце слабое. Зажигание. Предварительное.